Добрый вечер, дорогие уважаемые дамы и господа. Приветствую вас в прекрасном уютном заведении в зале театра Перуцкого. Меня зовут Владислав Агромаков. Я закончил школу Столярского и Одесскую консерваторию имени Антонины Васильевны Ждановой по классу фортепиано. Наша программа сегодняшнего концерта называется «Ретро джаз энд эстрада». Джазовая музыка и эстрадная давно являются моим профессиональным увлечением, профессиональным искусством на протяжении многих лет. С тех пор, как я услышал мелодию рэгтайма Скотта Джоплина в 7 классе школы Столярского, с тех пор я стал профессионально слышать, записывать музыку, играть и увлекаться, профессионально заниматься джазом и эстрадной музыкой. Программа сегодняшнего первого отделения будет разнообразная и увлекательная. Прозвучат музыка из кинофильмов с участием джаз-оркестра Глен Миллера «Серенада Солнечной долины», будет музыка бродвейских мюзиклов, таких композиторов, как Ричард Роджерс, мюзикл «На цыпочках» Ирвинг Берлин, мюзикл «Бетси» с песней «Голубые небеса». Прозвучит также музыка классика американской музыки композитора Джорджа Гершвина и много-много других увлекательных, интересных произведений. Будут негритянские танцы, такие как «Чарльстон», рэгтаймы, будет танцы, модный танец 50-х годов буги-буги, стиля либерачи и много других интересных произведений. Так что слушайте и наслаждайтесь.
Браво! Thank you.
Thank you.
15 минут. Так, на этом первое отделение закончено. Антракт 15 минут. Дорогие друзья, начинаем второе отделение нашего концерта. В первом отделении вы погрузились в золотой век американского джаза 20-30-х годов, в мир бродвейских мюзиклов. А во втором отделении вы окунетесь в волшебный мир испанской музыки. Это будет первая композиция кубинского композитора Эрнеста Эликона, испанский танец «Малагенья». А также вы услышите французскую музыку, песни Ив Монтаны, Эдит Пиаф. Вы погрузитесь, потом наш корабль плавно плавает из Франции в Чехию, Германию. Знаменитая чешско-немецкая полька Розамунда Яромира Вейвода, она же шкодовацки, жалюби по-чешски, она же пивная бочка по-американски. А также в программе второго отделения вы услышите музыку популярных певцов, эстрадных, таких как Фрэнка Синатра, Мэрилин Монро и Лайза Минелли. В завершении программы я хотел поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, и будет исполнена композиция попури песен Санта-Клауса, известного шоумена, американского пианиста Либерачи. Так, слушайте и наслаждайтесь. Thank you.
Thank you.
Браво! Thank you.
Bye.
завершении на бис я исполню произведение Рамонта Пауса «Долгая дорога в дюнах». Счастья, здоровья, успехов в жизни, благополучия. Спасибо, что пришли на концерт. Всем спасибо. Дорогие друзья, это был наш первый опыт. Одна моя знакомая всегда говорила, что это был самый худший первый раз в ее жизни. А у нас, вы знаете, сегодня потрясающий. Первый раз Владислав выступает на этой сцене, мы к этому долго готовились. И это было очень тонко, нежно и лирично. Почему? Потому что Влад вложил всю душу в этот концерт, во все произведения, которые исполнял. И я могу сказать вам точно, что вообще музыка лечит. Вот санитайзер можно наносить на руки, можно его внутрь, можно с ним делать много манипуляций. Но именно музыка гармонизирует окружающее пространство и позволяет человеку
состоять в состоянии бодрости. Вот благодаря Владиславу, давайте еще раз поаплодируем. Так возвращаем положительную энергию, которую мы брали от Влада в зал, и теперь мы возвращаем ее тебе. И я хочу пригласить всех по окончанию локдауна на следующий сет, потому что наша с вами задача, вот мы сегодня собрались только самые близкие и родные. Почему? Потому что, во-первых, вы не должны были сидеть вместе. Расстояние 1.5 метра друг от друга. Что вы там расселись? Еще и без масок. Одну маску на всех и скотчем примотали. Ну, просто дети пользуются тем, что ковид их не берет, поэтому они ходят без маски. Не пришли тех, кого ковид взял. Да, я тут даже места оставил, взял. Ну, знаете, ковид берет свое. Ковид берет тех, кто не слушает музыку, не любит поэзию. Мы к этому числу не относимся, поэтому мы здесь. Вы всем нам поможете, если те фотки, которые вы сегодня сделали, вы выложите в интернете и пригласите, с Лидочкой согласуете на ту дату, потому что мы с Владиславом будем делать 2 раза в месяц концерты, которые позволят людям просто познакомиться с хорошей музыкой. И очень важно, чтобы эта хорошая музыка попала в хорошие уши. Вы знаете, когда музыка попадает в нее уши, они даже не понимают, куда они попали и что они слушали. Ну, по 2 причинам. Во-первых, было мало санитайзера. А во-вторых, какое-то не то настроение. Вот мы и вы, и Влад создали волшебную ауру прекрасного настроения, которое заканчивает не очень легкий для нас, для всех год. Влад, огромное тебе большое спасибо человеческое за то, что ты нам позволил сегодня просто посидеть в атмосфере такой потрясающей музыки. Спасибо Игорю, Лиде, вообще спасибо всем тем, кто в этом участвовал. Помните, что только благодаря дружественным, семейным и личностным общениям мы можем из продукта сделать конфетку. Так что до встречи сразу после локдауна. Или 20 или 25 января, когда там у нас получается ближайшая или пятница, или четверг, но скорее всего это будет уже пятница. Мы ждем вас, а вы уже приглашены, на контрамарке на вас выписаны. Но мы ждем с вашей помощью наших новых друзей, которых мы приглашаем на вечера прекрасного фортепиано, театральной обстановки за бокалом вина. Спасибо, что вы были с нами. Я надеюсь, что сразу после локдауна я вас всех увижу вновь. Спасибо. Спасибо вам. Надеюсь, что я вас всех увижу вновь. Мы сами вас не было, да, но не увидел.